На протяжении всей истории земли западного Азербайджана характеризовались богатым культурным наследием и топонимами древнего тюрко-огузского происхождения. Однако в результате политических изменений, произошедших на этих территориях за последние столетия, многие географические названия были искажены или полностью стерты армянами. Сегодня в сюжете, подготовленном в рамках проекта «Хроника западного Азербайджана», мы расскажем об аронимах Ах-Ярган, Ах-Йохуш и топонимах Ах-Йохуш и Ах-Грах, подвергшихся армянскому топонимическому террору. Ах-Ярган – название горы в Пашалинском, то есть Азизбековском Вайкском районе Дарьялаевского махала Шарур-Дарьялаевского уезда Ереванской губернии. Она расположена к северо-западу от села Ах-Хач. Название горы высотой 2528 метров в армянских источниках упоминается как Ах-Йорган. Ароним образован от сочетания слова «ах» на азербайджанском языке, означающего «неглубокий», и слова «ярган», означающего «длинная долина, окруженная скалами». Это сложный по структуре ароним. Ах-Йохуш – название перевала в селе Султан-Али-Гышлагы Джанахмет Басар-Кечарского, то есть Варденийского района Гёйчинского махала Новобаязидского уезда Ереванской губернии. Ароним образован от сочетания слова «ах», означающего «высокий» в древнетюркском языке, и слова «йохуш», означающего «часть дороги, поднимающаяся в гору» – холм. По структуре это сложный ароним. Ах-Йохуш – село в Басар-Кечарском, то есть Варденийском районе Гёйчинского махала Новобаязидского уезда Ереванской губернии. Расположена в 13-14 километрах к северо-востоку от районного центра, на равнине. В 1831 году в селе проживало 192 азербайджанца. Однако впоследствии сведений о жителях села не сохранилось. Источники указывают лишь на то, что в 1970 году здесь проживал 341 азербайджанец. Жители села были насильно изгнаны армянским государством в 1988 году. Топоним образован из сочетания слова «ах», означающего на древнетюркском языке «высокий», «верхний» и слово «йохуш», означающего «часть дороги, поднимающаяся в гору», «холм», «подъем». Топоним основан на рельефе и является сложным по структуре. Ах-Грах – село в Гаранлыхском, то есть Мартунинском районе Гёйчинского махала Новобаязидского уезда Ереванской губернии. Расположено на расстоянии 55,5 километров к юго-востоку от районного центра, на берегу озера Гёйча. Хотя древнее название села Ах-Грах, позднее в армянских источниках оно зафиксировано как Эль-Грых, Эль-Грагы, Эль-Грак. В середине 20 века село стало называться Эль-Гоих. На пятиверстной карте Кавказа оно обозначено как Эль-Крых. В 1897 году здесь, кроме армян, проживало три азербайджанца. Позже они были депортированы из села. До 1828 года здесь жили только азербайджанцы. После заключения Туркменчайского договора в 1829-30 годах в село Ах-Грах были переселены армяне из Алашкерского и Иванского районов Турции, а азербайджанцы были депортированы. На территории села сохранились исторические памятники 8-9 веков, связанные с тюрками. Топоним образован на основе слова «ах», означающего на древнетюркском языке «маленький», «небольшой», и слова «грах», означающего «берег». По структуре это сложный топоним. Указом Президиума Верховного Совета Армянской ССР от 3 января 1935 года село было переименовано в Басткадзор. Таким образом, как не забывается история, так в памяти остаются земли и родные места. Они запечатлены в памяти народа и нации. Попытки армян уничтожить исторические названия этих мест и сделать их чуждыми время от времени терпят крах. Естественно, что тюрко-огузские названия наших арменизированных земель, исторические истины, горькие истории утраченных сел, одним словом, неизгладимые следы западного Азербайджана будут жить вечно.